Я думаю, что это целое искусство, но мне мама не позволяет сделать татуировку. Ну, к ним я отношусь хорошо. Сама, на самом деле, хочу себе потом, когда вырасту. Хорошо. Я к татуировкам не отношусь, поскольку я человек, а не татуировка. Положительно. В принципе, нейтрально. Нейтрально. Если человек хочет сделать татуировку, пускай делает. Не очень хорошо, потому что все-таки кожа у человека красивая, и радостно видеть молодую красивую кожу. Нейтрально. Нормально. Ну, это один из способов самовыражения. Ну, чтобы отличаться от других, ну, чтобы не быть такие, как все. Ну, чтобы выразить себя и показать что-то, что хотят заявить. Люди их делают для того, чтобы дружить с ними. Ну, чтобы приукрасить свое тело. У каждого по-разному, кто-то хочет так выразиться, кто-то для красоты. Ну, возможно, для того, чтобы напомнить себе о каком-то ярком событии, для каких-то символов, обозначение того, что он принадлежит к той или иной субкультуре. Может быть, нужно больше заниматься каким-то творчеством, и тогда не будет желания, ну, на свое тело наносить татуировку. Ну, они считают, что если они их набьют, то они станут как-то красивее, то есть тем самым улучшая себя как-то, по их мнению. Для красоты, ну, хотят делать. Скорее всего, сделала бы со своим молодым человеком. Перед тем, как делать такую татуировку, надо все хорошо обдумать, поэтому прямо сейчас сказать не смогу. Смотря с кем? Возможно, с моей лучшей подругой. А что это значит парная татуировка? Я не очень понимаю. Ну, когда люди делают одинаковые татуировки с каким-нибудь с другом или с мужем. Ага. Ну, кстати, это интересная идея. Половина татуировки у одного человека, половина у другого. Когда они прижимаются друг к другу, получается общая татуировка. Это хорошая идея. Да, я бы, пожалуй, сделал. Но, ага, все. Нет. Я бы не хотел этого делать. Скорее всего, нет, потому что не с кем. Нет, я не сделала бы. Потому что из-за татуировки меня могут не принять на работу. Ну, наверное, нет. Парную татуировку, наверное, нет. Я бы сделала бы сольную больше татуировку для себя лично. Не знаю. Возможно, бы сделала с подружкой.